Голосование по кандидатурам на присвоение звания «Почетный гражданин Нижнего Тагила» состоялось на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению Дня города. По итогам претендентами стали начальник управления внутренних дел Нижнетагильское Ибрагим Абдулкадыров, главный врач психиатрической больницы Вячеслав Мишарин и экс-глава города Сергей Носов. С этого года, в связи с предстоящим 300-летием Нижнего Тагила, городская дума будет выбирать не единственного из представленных кандидатов, как раньше, а не более двух. Так сформулирована поправка в положение о звании, принятая депутатами. Достойные люди будут награждены, будут представлены к званию. И эта норма будет действовать до 31 декабря 2022 года, то есть окончания юбилейного года. Также члены оргкомитета заслушали доклады о проделанной и запланированной к празднику работе представителей Евраз-НТМК, Уралвагонзавода, Высокогорского горно-обогатительного комбината, Института испытания металлов, химического завода «Планта». Это благоустройство, озеленение, ремонты, проведение спортивных и культурных мероприятий, участие в благотворительности. Ежегодно предприятия не остаются в стороне от городских проблем. Почему? Потому что все-таки все, кто работает на них, они являются жителями Нижнего Тагила в большинстве. 296-летие Нижнего Тагила будет отмечаться 12 августа.